Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десант ЖК Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Угадай постройка в Майнкрафте». Да. И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы поставите еще больше своих лайков, чтобы еще скорее и смешнее и круче все получилось, и скорее все вышло, короче. Ставьте лайки, приятного. Погнали, да, погнали. Погнали, прот. Давай, я тыкаю. Ну ладно, тыкай. Я еще не тыкал. Давай, ну тыкай. Давай, ага, так ты не строишь. А, Эдисон, все, ты не строишь. Да. Опа! Я постройки не взял. Все, берем, быстрее. Что, Евгений? Я готов строить. Давай, раз, два, три. Давай, я считаю. Раз, два, три. Да тихо. Это не мешает, А что ты говоришь? Полотенце. Боксер. Да. Ай, боксер, посмотрите на него, боксер. Перчатка, Mayweather. Real talk, давай. Real talk и синтебаутс. Я считаю, а ты удаляешь. А Игорь у нас ничего не делает. Игорь вообще бесполезный на самом деле человек. Да, бесполезный вообще просто. Бесполезный, если что, я вам делаю контент, я сам. Хорошо, понятно. Давай. Так, подождите, мне ж нужно. Давай, хохол, готов? Давай. Давай. Раз, два, три, давай. Поехали. Я не знаю, как это строить, но короче, мы сейчас сделаем вот так вот. Понятно. Это. Чебураха! Нет, дебил! Чё это такое? Что это? Ну это вообще не помогает. Ножницы! Нет. Яйца! Наушники! Подожди. Это геймпад! Пила, нет, не пила. Нет, не пила, но это, короче, не забейте на красный цвет, забейте, это будет коричневый. Ну подожди, стой. Ничего не говори. Там, в принципе, уже времендос вышел, поэтому. Очки! Что, минута прошла, что ли? Да, все, до 40 секунд как бы. Гуччи! Это панда! Ты шо, дурак? Черный! С белым! Какая панда? Тут коричневый вообще! Да ладно! Я говорю, я бесполезный! Игорь, просто вообще. Красная панда! Ну, короче, да. Давай, Эдисон, тяни. Ты дебил, Ир. Да. Эдисон, тяни. Ну ладно, иди строй. Сейчас Эдисон будет строить ту постройку, которую я сейчас угадаю. Так, Эдисон, можешь сам, пожалуйста, поставить засекать на телефон? Конечно, Евгений, конечно. Просто он муфлер. Я муфлер, короче. Мы все проверим, давай. В смысле муфлер? Считайте по секунду, вот прямо сейчас. Раз, два, три. Так, ага. Так. Пацаны, вы типа, вы можете уже угадывать, если что. Я как бы не против, понимаете? Расческа. Вилка. Сосиска! Это сосиска! А при чем тут вилка, вопрос? Ну типа на вилку сосиска. А, все понял. Не могу понять, а как ты ешь сосиски? Ты их руками ешь? Ну не, просто вилка больше, чем сосиски в три раза, поэтому. Ну как бы да. Большая вилка. Да, все, без проблем. Логично, все логично вроде. Хорошо. Раз логично, значит. Игорь, ты готов, да? Готово? Давай. Раз, два, три. Игорь у нас не умеет строить, но зато отгадывает. Хорошо. Это солнце. Украина! Нет! Писюн, опять писюн! Ну угадывать я построил уже. Ты что, дурак? Пантус! Давай дальше, непонятно. Свечка. Игорь не умеет строить. Хрень строить. Игорь. Помада! Факел! Давайте без этого! Мы почти угадали, ну давай! Без этого! Да, и почти угадали, давай все. Лампочка! Да? А да, там не прошло 40 секунд? Вот сейчас прошло. Хорошо. Самая лампочка. Да, я нашел. Чё за лампочка у меня такой вроде? Вы назвали свечку и факел. Но падла лампочку назвали, не могли, да? Ну только ты не лампочка, ты построил какую-то хрень непонятную. Я бы никогда в жизни не догадался, что это лампочка. Короче, пацаны, вы готовы? Да, давай. Я выиграю, вперед. Ну хорошо, давай. Раз, два, три. Дерево, стол, табурет, что это? Нет. Я на самом деле не понимаю, почему у Игоря 4 очка, ну ладно, потом обсудим. Это тарелка. Так,
А это лоток, лоток! 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 Да! Yes! Ни хрена себе лоток! Теперь вопрос, почему у Игоря 4 очка? Он один раз угадал, второй раз угадал, и потом я угадал, и ему... Или сколько? Кто угадывает, сколько ему очков дают? Одно. Ну, одно, и потом... А, Игорь уже два раза угадал? Ну да. Я два раза угадал, и один раз вы мои угадали, все верно. Игорь, ты молодец, я тебе честно так скажу. Ты молодец вообще. Вот. Так, ну хорошо, хорошо. Так, а что мне строить? Что ты первый опять, я не понял. Пошел в сраку. Подождите, я еще не взял блоки. Мы ждать ничего не будем, поэтому давай, раз, два, три, поехали! Давай, быстрее, китаец! Нет, ты что, дурак? Нос! Существо! Существо! Что это вообще? Пистолет! Ты дурак, что это? Полотенце! Да! А подожди, а вот это вот что? Ну типа голый чувак, это чувак. Это по-твоему голый чувак, да? Нормально. Ну я не успел бы построить полностью. Ну, он угадал. Я удалил постройку, я не помню, что там было. Ай-яй-яй-яй! Подождите, все, я вспомнил. Молодец. Так. Так, ты записал, да, ты молодец, давай. Я молодец, давай, готовы? Давайте, раз, два, три. Ботинки. Это... Запятая. Палец, нога, нота. Очки Гуччи. Нет. Автомат. Очки. Нет. Слава КПСС, что это? Нет. Так, смотрите, что это? Гантели, кнопочки. Геймпад! У меня Жека сказал первый, я не знаю. Я думаю, что тоже Жека сказал первый, но типа да, я начал говорить, а Жека уже пад сказал. Падла. Падла, паскуда просто. Так, мне нужны построечки. Ну идите, берите. Вот это все нужно. Так, подождите, да, это тоже возьму. Ну что, пацан? Да какие еще даже, я просто раз... Раз, два, три, запись начинаем. Ты куда погнал? Раз, два, три, начинаем, давай. Так, Игорь, ты что делаешь? Ты что, два придурка? Что это такое у тебя? Сейчас, подождите. Украина. Цветок. Лампочка. Лампа, люстра, что это? Зонтик. Молния, тучи. Да, молния. Да, это тучка из неё молния, а ещё дождик, понимаешь? Я тучка. Говорят, что это я строить не умею. Ну, чтобы у меня-то отгадывают, понимаешь? Так, мою-то тоже как бы не отгадывают, но типа у меня... Ну, типа да. Ну что, пацаны, вы готовы, да? Почему я опять проигрываю? Почему у вас 9-8, у меня 4, алло? А потому что... Остановитесь! Раз, два, три. Поехал. Нос, китаец, украинец, кто это? Так, подожди, лицо. Хлебало. Лайк. А ну, у меня я первый сказал. Скорее всего, мы искали в одно время, потому что... Мне смотреть или вы будете сражаться? Мне кажется, проще, Игорь, сразу же это на рандом вытянуть. Ну давайте, пацаны, давайте. Так, все, давай. Давай, я первый. Игорь первый. Все, строй, давай. Так, хорошо, Игорь угадал. Да, ты хоть выиграл, хоть где-то. молодец. Давай, поехали. Раз, два, три. Да подожди, я засекаю. А, ну ладно. Всем что ли, да? Молчать, дурдом, мать вашу, давай. Раз, два, три, давай. Ботинок. Такс. Не тупи, давай, заводи. Заводи мотор. Так, телефон. Нет. Гольф! Какой хоккей, дебил, хоккей на льду, а не в дырочку! Да я не увидел дырочку, иди в жопу! Гольф, да, это гольф. Покопал тут свои дырочки. Теперь я сейчас буду проигрывать. Нет, эти замырываются вперед, Игорь, останови его. Да подождите, дайте мне хоть куда-то ворваться. Ты рядом со мной нормальный. Давай, больше никто не угадывает, хорошо. А Игорь угадывает, потому что вам будет стыдно, если опять покажу. Мы согласны. Понимаете? Ну что, вы готовы? Давай. Я могу строить. Перед подписчиками вам будет стыдно, если давай. Давай. Раз, два, три. Кровь, сердце. Что это? Тарелка. Так, подожди. Плюшка, говно, что это? Торт. Роз. Нет, не роз. Не, подождите. Давай, строй. Кока-кола!
Да, молодец, какой умничка, Я знаю, что я умничка. Да. Это не похоже на Кока-Колу, это дичь какая-то. Вы что тут придумали вопрос, я только сейчас заметил, ну ладно. Чего придумали? Почему я не 14, Эдисон, остановись, пожалуйста. Кого придумали, Жека? Да вот такая постройка, я не знаю, чья это, но это, блин, я не знаю, как это строить. Это... Ну хорошо, давай, ты готов? Не-не-не-не, еще не готов, Все, теперь готов. Давай, раз, два, три, погнали! Слава КПСС! Гуччи! Бабушка! Облетите постройку, чтобы ее увидеть, пожалуйста. Шрек! Я не знаю, что это. X-Men, Росомаха, что это? Карлсон! Да! 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 Ну вы с пропеллером, Будете когда-нибудь мои постройки строить? Ну это хрень у тебя, потому что я такого не хочу. Короче, кто строит? А, я строю, да? Да, ты. Ладно, Дэвисон строит, все, Игорь, не угадывай, Игорь молчи, просто. Ага, да. Давай. Игорь, слышишь, ты главное просто молчи. Сниматься, вы мне будете хотя бы платить что-нибудь, я не знаю. Давайте, вы готовы? Давай. Раз, два, три. Все, Игорь, мы молчим. Ага. Ты молчишь, что вообще просто. Он выиграет, понимаешь? И чё, как бы ты в предыдущей серии выиграл, чё? Я шучу, что ты... Конечно, он не шутит, он там... Игорь, ты главное молчи, я угадаю, ты молчи, понял? Не-не-не-не, дешёвый. Это ноутбук. Телевизор. Гриль. Черная хрень какая-то. Печка, не знаю. Рюкзак! Рюкзак! Да! Кстати, уже была такая постройка какой-то. Да? Ну, я не хочу с вами играть, я вам серьезно. Бедный игрок. Ладно, так уж и быть. Так, да таки мне десятку кто-нибудь. Хорошо. Сейчас все накинь. Я уже чисто физически проиграл, ну типа, ну мне даже угадывать не нужно. Я просто буду... Так, хорошо, вы готовы? Рилток, да, готовы. Давай. Раз, два, три! Давай. Ты смеешься, Эдисон. Так, хорошо. Что это такое? Это квадрат Малевича. Нет, это не квадрат Малевича. И что это такое? Я не пойму. Гуччи! Гуччис! Слава КПСС! Да, Слава КПСС! Да уходите, что ли? Я не говорю, Игорь! Сейчас будет нормально! Я говорю, как это вообще? Постройку? Прикольно, да, постройку? Слава КПСС! Я знаю просто, знаете, что я не знаю, да, короче... Игорь, тут уже как бы мы и твои постройки строим, всё не угадываешь, как тут... Слава КПСС! Антихайп! То угадываю плохо, вы вообще можете определиться? Я не играю, всё, идите играть, всё. Слава КПСС! Так. Так, подождите, а чего Эдисон построил? А, не, не закончились. Так, чего Эдисон, да? А, все, Эдисон выиграл, можно сказать! Я не знаю. Где Игорь? Я спрятался, кстати. Не переживай. Игорь, все будет нормально. Гопу, я вообще проиграю, как. Игорь, держи бумажкой. Давай. Раз, два, раз, два, три. Это говно сейчас выиграет, понимаешь? Фарш! Как? Спиннер! Ну что это такое? Ну объясните, что это за срань? Это на куча говна. А, присоска! Вантус! Я не знаю, как это называется! В смысле, что у меня сейчас 8 баллов? Присоска! Нет, присоска не считаю. А теперь объясните, почему у меня 8? Почему я как будто самый лох? Почему как будто, а? Нет, Игорь, тут так, ты когда-нибудь выиграешь. У меня еще тут остались две постройки. Первая это гнойный Слава КПСС, и вторая это Big Russian Boss. Признавайтесь! Ну, Big Russian Boss мой, но это изи построил. Ну, гнойный это мой был, но я его не угадал. В смысле гнойный твой, я его уже строил. Ну вот, а вот. Значит, у меня тоже был, да? У меня еще там Гуччи было, вот. Итак, Гуччи у меня, вот сейчас в руках. Короче, дорогие друзья, предлагаю поставить мне лайк, им ставить лайки не нужно. Я предлагаю этому нубу вообще не играть. Вообще не играть, проваливается. Игорь, мы тебя есть кольцо, давай уходи, ты нам не нужен. В общем, что я могу сказать? В очередной раз жалко Игоря. Вот. Поэтому ставьте лайкусики на все. На самом деле реально жалко Игоря, нужно поддержать его. Да.
деньги. Найм Дымаш. Скидывайтесь на лечение. Поставьте лайк, пожалуйста. И лайки ставьте. Пожалуйста. Дымашки, Найм Дымашки лучше. И подписка! Драку со своими эндемашками, где-нибудь, хоть где-нибудь. Я вообще с вами играть не буду, идите вы в жопу. Все, всем пока. Я ухожу с этого проекта. Все. До свидос. Хотите этот проект, ставьте 25 тысяч лайков. Всем пока. Все. Real talk, think about. Плохопут. Think about, man.